Всем привет, ребята! Это снова Илья Гузеев. И сегодня мы будем смотреть второй русский трейлер доисторической планеты. Мне кажется, это моя будущая любимая документалка. Ну а пока что у меня на первом месте стоит Amazing Dino World, как вы помните. И если вы помните, то доисторическая планета выходит в мае 23-го. Ну ладно, смотрим трейлер. Apple TV Plus. Жизнь на этой планете можно описать по-разному. Ой, голос Дроздова узнаю. Плезиозавры. Некоторых ее обитателей Хищный можно назвать динозавр. поразительными. Птерозавр, скорее всего, Хацигаптерикс. Или чудовищными. Дромеозаврид. Либо Докотораптор, либо Велоцираптор. Или даже непонятными. Тирекс плавает. Но лишь к нескольким существам на всей Земле нодозавры подходят все три определения. Одну секунду. Гриша говорит, что этот кадр смахивает на мир юрского периода 3, так как тут тоже тираннозаврид встал в похожей позе, когда дрался с гиганотозавром. Experience a Five Night Documentary Event. Пятисерийный документальный фильм. Детеныши Хацигаптерикса. Дейна Хейрус. Приветик, Никки. Да, вы помните, это Никки, это самка Дейна Хейруса из Amazing Dino World. Или из Времен Великанов. Который также можно называть «Время гигантов», так как в оригинале на английском он называется «Time of the Giants», а в оригинальной французской версии «O temps de dinosaures» или «O temps de dinosaures», то есть «Время динозавров». Где бродят древние гиганты. Зауроподы. Пара. Стоящий. Одну секундочку. Кисть. Это вот что. Думаю, вы сами уже знаете, на кого это отсылка. Вот, нормально щелкнул. Стоящие опасность пустыни. Аллора Титаны, русские динозавры. Кстати, Андрей, если ты смотришь это видео, может, сделаешь на него реакцию? Нанукзавры и пахиринозавры. Смахивает на сцену из прогулок с динозаврами 3D. Только там были не нанукзавры, а горгозавры. Впрочем, так и было задумано, что первоначально считалось, что этот зуб принадлежал горгозавру. Но потом уже выяснилось, что это был нанукзавр. Так что, Горгон, тебя перепутали с другим динозавром. Зауроподы сражаются. Кадры из меловой Аляски, и здесь эдмонтозавры гуляют. Присоединяйтесь к нам, и мы расскажем вам плезиозавры какие-то. Масштабы которых трудно даже представить. То же самое. Господи, ёлки-палки. Опять же. Масштабы которых трудно даже представить. Джина, привет. Ты с кем-то другим сражаешься? Это тоже мозазавр. Кстати, я знаю, как вот эта лягушка называется. Это мадагаскарская дьявольская лягушка Вильзебуфа. Трицератопсы.
Никтозавр. Рекс. Доисторическая планета с Дэвидом Аттенборо. Неизвестные, необъяснимые, невероятные. Там еще в оригинале было сказано «until now», то есть до этого момента. Забыли это вставить. Ну что, ребят, вот такой трейлер. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то пишите в комментарии. И опять же передаю привет Андрею. Если тебе тоже понравилось, то сделай реакцию. Всем пока!